Питание сиделит. Сказал бы, я своей грудью. Какой грудью? Я грудь. У меня грудей нет. Грудей нету, блин. Так, Сьюга пришла, лавка меня пробила. Я иду за этой лавкой, да иду. Все, работай дальше. Так, я на 110-ке подхожу. Конце подходит? Да. Я тоже один квадрат. Да зря, я говорю, там осталось какая-то мелочь. Зря тоже дышит. Не говори, если мелочь, я бы лучше ее с этого мессера поставлял. Там, наверное, пушечка, да, вот. Ну что, давно вообще не запал. Да вот там, землянки стоят в таком. Землянки там порушены. Да ну нахуй, ладно, ты так, внимание, штука или какой-то бомбер над нашей артиллерией, кто проходит, на тебя сейчас будет заходик скоро. 150, я на... Над нашей артиллерией? А, нет, вижу, сюда. 150. Да. 150 чисто, я навстречу тебе. Блин, тут все убито нафиг, блин. Есть. Сейчас мы, короче, весь цвет нации положим на этой артиллерии. Всех экспертов. Да, Геринг будет недоволен. А все, короче, из-за стебельца, который у нас есть. Главное без палева сидит. Да, скромно со вкуса даже не видно. Поэтому поздоровался. А ваш гриб штурм, я попрошу остаться. Штирлиц. О, он штурман. А, я вижу, по-моему, пушечку или что-то такое. Что это? Белка. Так, есть там какие-то эти. Погребки есть, пушек нету. Целые погребки есть? Да. То есть я сбросился, внимание, да? Мессер быстрее, Корбан. Все, вон там эти два ящика были, короче. Все готово, да? Да, готово. Хорошо, что все-таки 110-ка пошла.